девочки приходят сюда сами. Я из многодетной семьи. Я всегда любила парней. А с другой стороны, я мама. Я одна из востребованных проституток. Ну зачем же ты этим занимаешься? Сколько же денег тебе в месяц нужно, чтобы ты ушла отсюда? Все деньги мира. Чтобы я оплатила поездку на Мальдивы. Я такая, у тебя столько не будет. Не вижу смысла скрывать свое лицо. Я сейчас заработаю миллион или буду стесняться от того, что меня увидят родные? Я гордилась, что я насосала на квартиру. Да попробуй насоси. Сутенеры сегодня уже не нужны. Зачем отдавать кому-то 50%? Личная охрана, личный водитель, хоть какая-то безопасность. Какая безопасность? Сказал, что нет, ты отсюда никуда не уедешь. И начинает просто меня бить с кулака. За 4 года у меня уже было 40 партнеров. Не 1000. Это уже все, я понимаю, что деточка. Это не жизнь, это...